Как я уже сказал, сейчас перед вами будут говорить самые лучшие люди. Те, которые зарабатывают больше всех денег. Те, которые получили особый статус. Платина и выше. Эти люди будут говорить самое главное. Нас чуть больше 10 человек будет перед вами выступать, а времени у нас осталось совсем мало. 2 с небольшим часа. Поэтому мы не делаем никакого перерыва, вам сейчас будет очень интересно. Потому что эти люди будут говорить, как они делают деньги. Нам не нужна никакая вода, времени нет. Каждый человек, который выйдет сюда, он будет говорить свой секрет, свою фишку. Он будет говорить, каким образом ему удалось добиться успеха в компании FFI. Что он конкретно делал для того, чтобы преуспевать. Как он подписывает людей, как он продает продукт, как он строит организацию, какие слова использует. Короче говоря, секрет. Закулисную часть бизнеса успешно. Кого-нибудь интересует? Да. У меня, например, есть такие тайные фишки, которые я нащупал за долгое время работы в бизнесе. И я их использую, они срабатывают. И я бы с огромным удовольствием каждому о них рассказал. Но нет возможности до каждого донести это. А вот здесь, за короткое время, мы постараемся все вместе, лидеры, рассказать вам, как мы добиваемся успеха. Итак, у меня здесь список. 12 человек. Эти люди не знают, в какой очередности они будут выходить. Некоторые даже не знают, что они выступать будут. Для некоторых это сюрприз. Но хочу вам сказать, что эти люди готовы всегда с вами поделиться. Они знают, что сказать. Они не будут ни одного слова впустую говорить. Обратите внимание, это все люди дела. Они знают, как делать дело. И они будут говорить. И первый человек, которому я хочу предоставить слово, самый почетный, на мой взгляд, ранг выступить первым. И я очень хочу представить вам человека, который является моим непосредственным спонсором. В конце марта 2011 года я искал бизнес, методично перебирал продукт за продуктом, компанию за компанией и был в поиске. И никто об этом не знал. Все думали, что я прекрасно существую, у меня все хорошо. Но я искал бизнес и был настроен найти что-нибудь такое, чтобы мне легло на сердце, на душу, и чтобы я увидел в этом много денег и большой успех. И я искал. И когда ты ищешь, то всегда находится. Мне позвонила девушка, которая входила в мою организацию, мой собственный дистрибьютор предыдущей компании. И говорит: Олег Григорьевич, я не знаю точно, но говорят, есть таблетки, которые если бензин бросит, то и дальше по тексту. Вы поняли, что? Я говорю, ну не знаю, слишком заманчиво звучит, но на правду не очень похоже. И на этом все закончилось. Ну а дальше уже, наверное, вы знаете эту историю. Через несколько дней я уже держал в руках бутылку Буста и понеслось. Она в то время еще сама ни разу не пробовала продукт. Она сама не знала, как он работает. Она сама была не очень в теме. Но она услышала полезную информацию. Она приняла для себя решение, и она обратилась к человеку, в котором видела потенциал для бизнеса. Она сама скажет, что и как. Сегодня она зарабатывает кучу денег. Это один из самых успешных дистрибьюторов компании FFI. Не 10 тысяч долларов, и не 20, и не 30. Это человек, который за полтора года, чуть-чуть больше, сделал супер карьеру и супер бизнес. Я представляю вам своего спонсора. Кто хочет его увидеть? Я вам представляю девушку из Одессы, Раису Зубареву. Но хочу сказать, я засекаю время,
15 минут. Как только 15 минут проходит, я выхожу. Я хочу вас всех поприветствовать. Здравствуйте, партнеры! Здравствуйте, друзья! Вы много хлопаете, вы же хлопаете себе. Вы, наверное, до конца, как и я, не осознаете, куда вы попали. И на что вы попали, поэтому вы плохо хлопаете. Мне об этом рассказал один молодой человек, его зовут Дмитрий Ульяницкий. Я не очень в это поверила, но в это время мне очень нужны были деньги. Потому что мы взяли с мужем кредит 100 тысяч долларов у банка, и нам казалось, что мы два умных человека, у моего мужа бизнес, я тоже занималась бизнесом, что не проблема будет 1200 долларов выплачивать банку этот кредит. Но прошло 3 года, и эта возможность у нас ушла. У нас не было возможности. Но мне было очень страшно думать о том, что кредит был взят на 15 лет, и я должна буду в течение 15 лет платить кредит и во всем себе отказывать. И совершенно правильно говорит Олег Григорьевич, что когда ты ищешь, тебя эта удача, этот успех, этот случай находит. Самое главное – очень-очень хотеть. И я очень-очень хотела, я была готова делать все. И правда, что я в этом не разбиралась, потому что я не очень верила, потому что в прошлом я врач, я хирург. Я закончила Саратовский медицинский институт и Московскую академию имени Сеченова. Я умная. И думаю, какой бизнес врачу, который проработал 25 лет в оперативной гинекологии, какой бизнес, автомобильный бизнес, связанный с бензином. Я ничего об этом не понимала и не знала, хотя я водитель. Но случай всегда предоставляет возможность. И я обратилась действительно к Олегу Григорьевичу, еще к одному человеку, который живет в Греции. И эти люди начали быстрее меня этот бизнес. Я вошла серьезно в бизнес позже чуть-чуть, тогда, когда заработала первые 200 долларов. Но в чем мой успех? Мой успех заключается в том, что когда я пришла в этот бизнес, я забыла все, что я знала до этого. Я забыла все академии, все институты, я все забыла. Я пришла в этот бизнес чистым листом. И в это время мои спонсоры, Сергей Волков, Белошинский Вадим, сказали, что в город Одессу приезжает очень важная женщина. Женщина, которая когда-то привезла этот бизнес из Америки. И эту женщину зовут Ольга Нилова. Пожалуйста, поприветствуйте все ее. Потому что именно этой женщине мы все должны сказать спасибо за то, что она поехала вместе с Жанной Платоновой в Америку и привезли этот бизнес. И именно благодаря тому, что они это сделали, мы сегодня с вами зарабатываем серьезные деньги. И когда мне об этом рассказали, я подумала, я же ничего об этом бизнесе не знаю, но мне надо собрать людей на этого профессионала. И я это сделала. Вы знаете, в Одессе было много партнеров, но только я одна пригласила на встречу с Ольгой Ниловой 13 человек. Только я одна. Я же ничего об этом не знаю. Поэтому я воспользовалась возможностью, вот этой возможностью. И на второй день я уже была сильвером. И на второй день я уже заработала много денег. Да? Вы умеете считать, когда люди заходят на голд-пакеты, что такое сильвер. Да? Это больше 700 долларов. Это я вам говорю маленькие секреты. Когда вы приходите, потому что я знаю, что многие приходят со своими знаниями, со своим опытом. Но когда вы приходите в этот бизнес, нужно немножечко отложить все то, что вам может здесь помешать. И спрашивать своих спонсоров, что делать. И пользоваться возможностью, когда ваши спонсоры приезжают.
приезжают в ваши города. То есть это первое, что я сделала. Но самое главное, я сегодня убеждена, это тоже является моим секретом, что самое главное, что двигает людей в бизнесе, это ваша цель. У меня была сумасшедшая цель, жгучая цель, огромное желание отдать эти 100 тысяч долларов. Вот эта цель. И я делала все, что говорили мне мои спонсоры. Я постепенно, я даже не знала ничего об этом бизнесе. Но пригласить людей на встречу, или пригласить людей на Прав ТВ, или пригласить людей на FFI Victory Info, это несложно. Нужно знать две фразы. Какой расход у твоего автомобиля? 15? А хочешь 12? Хочу. Зайди и разберись. Тебе нужны деньги? У тебя нет денег на обучение ребенка? Да, мне нужны деньги. Зайди, пожалуйста, на Прав ТВ или на FFI Victory Info. Для этого нужно знать всего две фразы, не нужно иметь много знаний. Самая большая ошибка, когда вы приходите и начинаете изучать продукт. Или вы расстраиваетесь по поводу того, что продукт долго идет, долго к вам приходит. Я ничего этого не учила. Я просто действовала каждый божий день. И потому как я действовала, постепенно я изучила продукт, я начала его пробовать. То есть эти знания потом приходят. Это не имеет особого значения в бизнесе. Самое главное, ваша задача, это довести до большого количества людей эту информацию. То есть задача, самое главное, цель, да, цель, которая у вас есть, это то, что двигает. Это то, что двигает, это то, что вам не дает жить, спать. Это то, что не дает вам кушать, это то, что не дает вам покоя. Это ваша цель. Постепенно вы изучаете этот бизнес. И потом ваша задача действовать. Действовать много и долго. Даже если вам кажется, что у меня это не получится, вы все равно продолжаете действовать. Потому что до вашего успеха, может быть, остался один шаг. Но этот шаг вам нужно сделать. И вы знаете, за первые 10 месяцев я заработала 100 тысяч долларов, и я рассчиталась с кредитом. За первые 10 месяцев. Самое важное, что в феврале месяце, в январе у меня чек мой был 10 тысяч долларов. В феврале мы были с группой партнеров и спонсоров в Америке. И когда я приехала из Америки, нас не было 3 недели. Но когда я приехала из Америки, мой чек составлял 16 тысяч долларов. Подумайте о том, в каком мы бизнесе находимся. Мы путешествуем, мы отдыхаем, а в это время наши чеки растут. Многие люди, я знаю, говорят, да, я мало зарабатываю, всего 1000 долларов в месяц. Господа, вы знаете, я не знаю, как в России, хотя я уехала из Саратова в Одессу, но живу уже 9 лет в Одессе, но я знаю, в Украине люди зарабатывают 800 тысяч гривен в месяц. Это 100 долларов и чуть-чуть больше, если кто не знает. А мы говорим, что 1000 долларов – это очень маленькие деньги. Я вас уверяю, это достойные деньги, при том, что у вас нет начальника, вы не ходите с 8 до 8 на работу, вам никто не морочит голову, вы встаете, идете на работу тогда, когда вы хотите, отдыхаете тогда, когда вы хотите, уделяете вашей семье внимание. И, конечно, самую главную цель я достигла. У меня была следующая цель. Я своему спонсору Джессину Караманису пообещала на одном из событий, что я куплю еще одну квартиру, сделаю ремонт, и ты будешь приезжать ко мне в гости. И я купила еще одну квартиру на берегу Черного моря, в Аркадии, с видом на море. Я эту квартиру выплатила за 6 месяцев. Представляете? Проработать 25 лет за 100 долларов в месяц. Таких высот достичь, да, такого финансового положения, когда ты себе ни в чем не отказываешь, ты решаешь свои какие-то материальные вопросы, но при этом ты чувствуешь себя хорошо. Поэтому я не вижу Джесси.
есть или нет в зале, но я сдержала слово, и я его жду, он всегда будет жить в этой квартире. Я для него сделаю ремонт, и он будет туда приезжать. Ну и сейчас я заказала себе автомобиль до Нового года, он должен прийти, Lexus RX 350. Что этот бизнес очень простой и возможен для каждого человека, что каждый человек, кто будет, у которого есть цель, который будет идти к своей цели, который будет двигаться в этом бизнесе, будет в системе, будет делать все, что говорят ему спонсоры, будет ездить на события, вы обеспечены, просто вам обеспечен этот успех, вам обеспечено финансовое положение. Вы знаете, как здорово, когда у тебя есть деньги, когда ты можешь делать людям подарки, когда ты, у тебя есть возможность дать работу, дать финансовую свободу огромному количеству людей. Огромному количеству людей. Я безмерно благодарна своим спонсорам, потому что именно мои спонсоры меня растили, я слушала их, я училась у них. Я очень благодарна компании Wi-Fi, руководству. Тоже не вижу, есть вы в зале или нет. Я очень благодарна компании. И я безмерно благодарна всем партнерам. И я хочу нас всех поздравить с потрясающим будущим. С тем, что у нас сегодня есть возможность строить дома в Доминиканах. С тем, что у нас есть возможность путешествовать. С тем, что мы себя хорошо чувствуем. Я вас всех поздравляю и всем желаю огромных успехов, огромных организаций и 100 тысяч новых чеков. Вот так. Человек и деньги зарабатывает, и коротко говорит, что немаловажно. Спасибо, Раиса.